эксцентриссимо. В Монако кончилось место для богатых. Они продолжают пытаться туда переехать. Каждый третий житель княжества сейчас миллионер. Строить роскошные особняки просто негде. В прошлом году строители не смогли выполнить ни одного заказа. Земли нет, придется осушать море. Благо, деньги у клиентов на коррекцию природы есть, и воровать у Лигурийского моря придется не впервые. На что не пойдешь, чтобы построить дом, где квадрат можно продать за 100 тысяч евро. Но если денег на квартиру нет, а вы гражданин Монако, государство вам поможет. Для социально незащищенных выделяют жилье из расчета 125 квадратов на человека. Сложно представить, как живут несчастные моногаски в таких клетках, в мерзком климате возле моря и среди гор. Еще и от налогов освобождены совсем угнетаемые люди. Если вдруг есть сумасшедшие, которые хотят обрести гражданство Монако, то сделать это они вряд ли смогут, мироздание их убережет. За последние 50 лет только 5 иностранцев получили такой статус с высочайшего позволения главы государства. И маются теперь. По-настоящему тонкий вкус демонстрируют молча. Салоны «Остров сокровищ» – стильные коллекции часов по доступным ценам. Эксцентриссимо.